Читак Чен, ну это такой же обуз, грубо говоря, как с лечом. Мало того, что крипа съели, так еще этого оттянули. И тут гордо бежит рейнджовый крип. Вот это вообще мощно. Такой воин света. Вот она, встреча года просто. Иди сюда. Говорят, ты что, только узнал? Ну я просто только заметил, что если еще с Энигмой эту фишку юзать, ну это же вообще ГГББ. Туда и лича еще не хватает, вот реально, и все, и даже вот тот милишный не будет добегать. Так, ну Туликс тут сейчас будет... Вот я, кстати, помню эту игру, когда Iron Shell просто левел 4 на двух крипах, и тут терпели все. Они просто бегали от крипов и умирали. Это была такая грязь. Ладно, ну посмотрим, что он покажет тут Тюликс, как он будет фармить. Яцк тем временем так... Опа! Абузеры! Абузеры у нас в игре. Смотрим за Яциком. Так, левел 1. Поехали. Торнадо, торнадо не прощает. Что там, сколько еще? А, да там еще 20 секунд торнадо кастовать. Сейчас будет левел 2. Вот это Чен фармит. Вот это я понимаю. Левел 2 пошел. Сейчас совух. И тролли левел 3 будет почти. Надо же побить руками. 3 экспы до третьего уровня не хватает. Читак. Просто читак. Ладно, что там в миде у нас? В миде у нас Кранич против Квикса. Что там у них по крипам? Квикс 8-3, Кранич 5-3. Ну, немного хуже. Тут стоит, конечно, антипулвард. Понятно, что Тайдхантеру ничего не светит. Да, членник софт нубло. Это да, есть такая тема. Ну хорошо, хоть сейчас вышкой бьет именно по тем крипам, на которых был Iron Shell. Чен БГ-юзер. Крипов ТПшит. Торнадо обузит. Да ужас просто. Все, бан на всех турнирах. Да нет, конечно. Пока все эти пункты не учтены, а не учтены они и игрой в том числе. Их будут юзать. Много будут юзать. Так, что у Тюликса? У Тюликса по крипам мне тоже интересно. 10-6 у Тюликса. На топе у Wall Eater 15-6. Ну, по фарму вроде бы пока обгоняют. Сейчас посмотрим, что по деньгам. По деньгам, да, вот ровненько-ровненько идет в пользу команды Dire. У нас счет там плюс 300. Вот так потихонечку, полигонечку, мне кажется, могут себе и наобузить преимущество. Хотя Яцек, я думаю, фармить должен не хуже. Что, нету совуха? Как так? Что такое? Где совух? Или сову... А, совух тут стоял, кастовал. Он прогонял вот этих пацанов, судя по всему. Ну да ладно. Да, кстати, Дубас у себя еще на страничке будет разыгрывать ключ. Точняк, я совсем забыл. Так что можете еще к нему туда заходить, не стесняться. Чен 16-0 всех перефармил. Так, Кранич с батлом. Что-то ржет. Ну, Татюликсу тут не особо удобно. А Айншелл там уже левел 2, да. Так что вот эти 50 ДПС, они ему вообще никак не канают. Хотя вроде бы есть два тангусика. Вот один только что съел. Есть еще фласка, так что можно и побегать рядом с крипами. Это еще не слишком критично. Главное, чтобы никто из леса не вышел в этот момент и не добил его. Это, в принципе, очень трудно будет сделать, учитывая то, что тут Яцек. Вот Яцек, кстати, на хосте. Кентавра вперед пропускает. Все правильно делает. Там уже пытается убежать Никвана. Сёрдж, да, Сол Ринг и убежал. Убежал. Тут стоит вард, который его прекрасно запалил. Ну и понятно. Так, Раста. Ботл тапок. Тут ботл, тапка нету. Есть 500 голды. Должен быть тапок. Тапок. Где ВРК? Нет, тапок ВРК не купила. Это полетел тапок у нас наверх Энигме, судя по всему. У него денег вообще нету. На счету. На балансе просто ноль. Вот, Сентри задевардил. И понятно, что у Никви сейчас будет немножечко посыкать, не здесь стоять на линии. Вот он правильно все делает. Отходит, не рискует. Тюликс тем временем продолжает фармить. 1300 голды у него есть. И что, вот последний тангусик скушал. Что он будет дальше собирать? Мека или Форстаф? Вот первым айтемом. Очень интересно понаблюдать будет. Разные игроки разный выбор делают в данной ситуации. Нельзя сказать, что какой-то из них неправильный, просто каждый заточен под определенную тему. Кранич, например, вот сейчас на ВРК играет, может себе
точно так же мяку собрать и дать дестройеру шанс нафармить себе какой-то более приятный артефакт. Тюликса, кстати, мы на дестре уже видели и нормально раздавал он. Не совсем, кстати, не совсем давно мы видели эту игру. Так, опять тут два крипа с айншеллом. Уже левел 3, наверное. Да, левел 3. Ну, посмотрите, как вообще все сгорает. Я вот первую качнул. Один раз. Вот в такой ситуации, когда ты стоишь под тауром, не знаю, зачем он качает вот так скиллы таким образом. Потому что один-два раза он бы Аркана Орб вкачал и просто-просто добивал бы крипов вообще без проблем под этим тауром. И Iron Shell бы быстрее сбивал. Ну, не знаю, в общем, как-то по мне немного нерационально поступает Тюликс в данной ситуации. Так, тут у нас Энигма. Нашла на... Ой, промахивается даггером, бонзай. И тут, понятно, все уже назад. Я думал, что это эйдолоны такие подросшие. А это просто недоросток Энигма оказался. Иллюзии же немножко поменьше сделали сейчас. В это время Кранч уже насобирал себе Magic Wand с тапочком. Да, народу потихонечку становится больше, несмотря на то, что час достаточно поздний, уже без 15-12 по Киеву. Еще достаточно много задротов наблюдает за этим матчем. Но действительно, матч решающий и решается, по сути, судьба, грубо говоря, двух российских команд в про-дивизионе, потому что от расстановки мест будет зависеть, либо они попадут в стыковочные матчи между собой, либо не попадут. Вот так. Ой, зацепили Энигму, но тут уже волит и Старфолом не достреливает. Хорошо, Яцек выходит. Яцек, отлично. Нет, пошел подхил от Нагарая. Зато Боттл сбил. Боттл сбил вообще шикарно. Бонзай здесь. Ну, Бонзай левел 3, конечно, никакими ультами здесь и не пахнет. Пошел кастовать здесь Торнадо. Бонзай под словом, но Торнадо не догоняет. И пошел под хил еще у нас от Нагарая. Сам, конечно, очень коцанный, всего 100 хп осталось. Но, тем не менее, спас двух своих тиммейтов. Очень полезный омник. Не такой, как сегодня со мной играл. Кранич. Против Квикса. Квикс тоже левел 7, кстати. Вардов у него еще нет. Уже есть Аркан Буцы. 500 голды. Он будет на даггер, скорее всего, собирать. Даггер у Расты один из самых полезных артефактов. Так, пошла стрела. Попадает очень четко в Яцека. Бонзай врывается, но Бонзай рискует умереть. Да, это есть First Blood. Яцек грызет. Нет, не догрыз. Чего, просто звезды получил по чайнику. И отъехал. Один в один, но ФБ за командой. За какой командой? За Эпидемик, конечно же, да. Что-то я немножечко затупил. Вообще, что я хотел сказать? Кто должен победить, чтобы все было хорошо? Чтобы, ну, по крайней мере, чтобы все было непонятно. А если все будет непонятно, то непонятно, как все получится. Блин, что-то я вообще... Пора мне уже тоже спать, друзья. В общем, если сейчас победу одерживает команда Эпидемик, то у трех команд в группе А по 6 очков, и там все будет решать таймрейтинг. То есть там наши ребята, может быть, как-то проскочат даже по таймрейтингу, там, с первого места, например. Вот это будет мощно. Если же нет, то все равно шансов больше не попасть на The Nation в стыковочных матчах. Конечно же. Так, вот. Где эта новость? Хотел посмотреть. Что к чему. Вот анонс финалов Pro Series. Да, именно так. Эти стыковочные матчи, это ужас просто. Что у нас в миде? У нас в миде в смоке забегает Чен вместе с Энигмой. И Раст сейчас умрет. Да, пошел Малифайс. Малифайс левел 2. Но тут уже не просит. О-хо-хо-хо! Как мощно-то заехал. Четвертый пауэршот. Это вам не шуточки. Где этот дестройер? Вот он с ПТ-шечкой и с накидкой на интеллект. Так, что это у нас летит? Хедреска. Хедреска, я так понимаю, летит не Тайдхантеру. Вот так решил. Сделать все-таки Тюликс. Все-таки это будет Миказма. А, кстати, вышку сейчас тоже тут заберут без проблем. Еще и Торнадо здесь летает. Торнадо сейчас крипков нормально здесь похарасит. Ну и размениваются вышками. Тир 1 на топе, на тир 1 в миде. Ботом лейн пока не пушит. Туликс продолжает фармить просто под вышкой. Да, вот хедреска к нему уже долетела. Так, что там? Рабовой из дота? Ну сейчас клац-клац, все. По идее, должно починиться. Так,
И, кстати, посмотрите, как тир 2 Тауэр просел в миде. Я вот только-только обратил внимание, всего 400 хп осталось у вышки. Стрела ни в кого не попадает. Сразу же Чен понимает, что Крайнича будет плохо. Крайнич на себя байтил до последнего, но Яцка здесь выловили все-таки. Все-таки выловили. Но он понял, что ему могут даже шансы не дать отправить Крайнича, и что Крайнич может умереть тоже вместе с ним на том же месте. И поэтому все очень грамотно сделал. Сразу же ставятся варды от Расты. Минус тир 1 в миде для команды Кита. И что по деньгам? По деньгам они, кстати, лидируют на 1500, что, по сути, не является огромным преимуществом. 12200 на 13550 это не очень много. По XP тоже разница в 500 опыта. Это чуть меньше левела. Ну, такое вообще не вариант сравнивать. А вот Дестройер, то, что фармит очень неплохо, это, конечно, очень приятно. И то, что у Дестройера уже через 50 голды будет Миказма, это очень большой плюс. Если, конечно, он не умрет, потому что тут Смоке уже трое за ним выехало. И Тюлик сейчас будет терпеть, если, конечно, не успеет к нему какой-то Чен прибежать. Энигма по-любому не успеет. Тайтхантер там вообще где-то на топе фармит. Да, Тайтхантер вообще фармит на топе. И Тюликс, Тюликс, беги вообще отсюда, друг. Просто беги. Мой тебе совет хороший. А Тюликс, кажется, шарит. Но он просто видит, что никого по карте нету. Сейчас вот Чен со своими совухами пойдет разведать. Все, смоук закончился. Совух выходит вместе с троллем, видит пацанов. БКБ. А, не БКБ, это репел, конечно же. Я уже думал БКБ. Нет, какой БКБ? Слишком рано. Еще даггера даже нету. Опа, Шекл, что такое? Первый левел репела не ок, что ли? О, какой пауэршот сочный. Да, первый левел репела не тащит. Так, что здесь? Ох уж эти сопли. Прошу прощения, конечно, за такую бестактность, но они действительно одолели. Что, будут пушить, я так понимаю, низ. Тут, кстати, Виномансер уже завардился, хотя варды только второго уровня. У них 200 хп, им буквально на два удара хватает. И 16 копеек, 16-14, вот, спокойненько себе получает Крайнич. Вообще отличный вариант. Тайтхантер левел 6 с ревейджем. Драться нету особо никакого смысла. Хотя, а, Виномансер тоже левел 4. Только-только 5 сейчас может получить. Без яда Виномансера слишком тяжело будет здесь сражаться. Вообще комбинация у Кита достаточно неплохо выглядит. Там Дарксир, Веник, Омник. Опа, спрятали Виномансера. Заходит Тайтхантер. Ну, Банзай здесь умирает однозначно. Понятно. Еще и маны себе здесь зарегенил. Какой там 4-й левел пассивки. Конечно, маны зарегенил. Там сколько? 20%? Да, 40%. 20-40% шанс восстановить себе ману. А, это я помню, был Тайтхантер неудачник, который себе с трех анхорсмешей не мог ману нарегенить. У него было там 100 маны. Он там регенил как-то базилкой, юзал анхорсмеши. Ну, что-то у него ничего не получилось. Побежал пацан к фонтану. Все, ТП. ТП делают, потому что тут уже Раста подошла к тир 3. Тюликс, да ладно, ловят. Минус Тюликс. У Мирана забирает фраг. Квик уходит. Квикс, точнее. Да, Квикс свалил. Никва тоже пока догнать не может. У Никвы тоже есть Миказма. Энигма, кстати, очень тонкая. Она с Арканом Буцами. Даже ПТ нету. Тут две веточки фактически дают только ей ХП. ХП, точнее. Патмас с ПТ Мидасом и 200. Ух, как Патма тут себя чувствует. Слушайте, посмотрим, наверное, кто больше всего, в принципе, нафармил. Крайнич отъехал, судя по всему. А где Старфол, друг? Ты вообще скиллы прожимаешь или нет? Зачем они тебе? Ну, сейчас пауэршот поймал и вообще отошел. Он в идеале мог просто подойти и дать двойной Старфол. Но он этого не сделал. Хотя Старфол левел 4. Хм, странно немного. Так. Никва, Никва. Еще пайпа там не хватает, на самом деле, вот парням из Кита Гейминг. Мне кто-то говорит, что не убил бы. Да ну, не факт, не факт. Там сколько, 400 с чем-то хп было. Конечно, резист есть, нельзя его не учитывать, но все равно, двойной Старфол он очень больно бьет. А тут еще двойной Айоншелл. Ой, еще и крипов стянул, просто всех выжег только что Дарксир.
Вышка пока здесь стоит. Левел 7, Тайдхантер. Тайдхантер качает в приоритет Гаш. Но я не уверен, что это хороший выбор. Физ дэмэдж. Кто тут дает физ дэмэдж? Кранич дает физ дэмэдж. Хорошо. Дестройер. Ну, дестройер вот сейчас будет аркан арбом нарезать. У него пьюр идет, и ему пофиг, кого бить. А так. А так, действительно, вот Анхросмэш является наиболее дамажащим скиллом. И обсуждали мы это вроде бы то ли с Дубасом, то ли со Смайлом, что 225 дэмэджа с 4 секунды кулдауна, АОЕ неплохое, 400 радиуса. Тайдхантер реально за драку успевает его дать, ну, там, раза 3, например. И это очень сильно бьет. Как бы гашен, только дэмэдж растет и минус армор. От 2 до 5 и урон со 110 до 260. То есть всего на 100 урона больше становится. Ну и то, большой кулдаун, большой монокост. Но зато, типа, рейндж тоже большой. Вот такое. Так, что-то мигают сейчас на эншентов. А что с эншентами не так? Ну, инвизибилити есть у Тайдхантера. А эншентов начинает сейчас бонзай фармить. Очень интересно, кстати, то, что наперед даже промигали. Ух ты, у нас уже почти 2000, слушайте. Очень приятно, что такое количество людей в столь поздний час наблюдает за про-серией. Видимо, всех интересует судьба русских команд. А некоторые... Каких русских команд? То, что русские команды играют? Что такое? Что это вообще за турнир? Опа, сейчас выйду. Сейчас будет минус Патмая, минус Нагарая. По-хорошему. Тайдхантер заходит. Хороший ревейдж. Должен быть сейчас шекл от Кранича. Нет, все-таки успевают. Вот он, шекл от Кранича. Забирают Патму просто моментально. И Омник отсюда тоже уже никак не уйдет. Его просто руками запинают. Да, Энигма убивает Омник Найта. А Яцк в это время такой внизу с худом бегает. И хп себе регенит. Фуловая. Опа, чуть-чуть не привязала. Туда Виномансер подошел, действительно, вообще. Был просто царский шеклшот. А так, пауэршот тоже в никуда. Варды сейчас очень сильно бьют тауэр. Тауэр уже остается у него меньше, вот, меньше сотни хп. 61. Опа, хекс четкий, но сразу же отправляет Кранича домой. Не успеет умереть Кранич. И Яцек такой, опа, бежать, 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 бежать. А, хекс на кулдауне, точно. Так бы закинул хекс раз. А хекс левел 4. Очень дорогой хекс, целых 200 маны он стоит. Но зато 3,5 секунды и самое быстрое заклинание. Да. Кстати, вышку не сумели здесь разменять. Залетает стрела, стрела в никуда. Энигма Даггер, Аркан Буцы. А вот у Туликса пошел форстаф, насколько я понимаю. Хотя, может, это будет и не форстаф, может, это будет Род оф Атос. Новый артефакт, трубка, вот это замедление, которое дает 25 интеллекта и 250 хп. Я не помню точно, вот сейчас я посмотрю, где этот магазин, где эта палка Атоса. Да, 25 интеллекта, 250 хп. Собирается из двух стафов Визардри и Виталити Бустера, конечно же. То есть, может быть, будет этот артефакт. Для Дестройера он, кстати, один из самых подходящих. Как по мне, слоу, то есть Дестройер идет, бьет, все нормально. Так, а Тайдхантер у нас почти сурный. Рецепта только ему не хватает. Вот кто-то в Мирке тоже согласился, сказал, что это идеальный арт для Дестройера. Но вообще он как будто для него и создавался. ХП нужно Дестро очень сильно, потому что он вроде броняч, у него 9 армора, а именно ХП немножко не хватает. Ну, в силу того, что он герой на интеллект, как-никак. Ну а так достаточно дешево собирается из двух стафов Визардри и Виталити Бустера, которые и так ему, по сути, пригодятся на любой стадии игры. Так что, действительно, артефакт очень полезный. Я сегодня дядя Кэп, мне кто-то сказал. Но я уже подчеркивал то, что большинство людей не в курсе всех этих мелочей. Может, это даже и не мелочи, а такие очевидные вещи, но все равно очень многие этого не знают. И порой лучше повториться. Для вас это будет просто еще одно напоминание, для тех, кто в курсе. А для кого-то это будет новая информация, что намного важнее. И именно для этого, собственно, мы проводим трансляции, чтобы хоть что-то новое вы могли из них почерпнуть для себя. Иди статью делай, на ночь почитать полезно. Я же говорю, после стрима сразу я уделю буквально 10 минут. Я уже начал редактировать статью. Она появится ВКонтакте у меня на стенке совместно с голосовалкой. И, соответственно,
соответственно, потратить мне надо будет на нее буквально, опять же, минут 5. Так, стрела не долетела до Энигмы. Там уже Раста была готова врываться. А у Раста есть БКБ, но нету даггера. И вот этих быстрых врывов мы сейчас с вами не увидим. Что очень неприятно, кстати. Патма! Оу, Патмы уже скоро МКБ будет. Но, опять же, нету Монтастайла. Патма с МКБ без Монты не слишком опасна. Нельзя сказать, чтобы она вообще типа useless, но не будет она вносить того terrible damage, который могла бы с Монтой. Так, опа, Энхор Смэш левел 3, вот это уже пойдет. На 10 левеле левел 4, 11 ульт вообще. Как по гайду просто. И Кракеншелл, главное, на 1. Ну, минус Тауэр. Разменивает Тауэр на Рошана. Рошан has fallen to the dire. Окей. Кранич с дабл дэмэджем. Кранич очень серьезно запакован. Форстаф, Фейзы, Алтимый Торп, 620 голды. Не так много ему осталось. Ну, грубо говоря, 3000 до Хекса. Как только появится Хекс, у Расты, у Омника в первую очередь, появится проблема. Потому что Омник может умирать. Да, вот сейчас здесь Никва уже никак не уйдет. На него из сетки. Анкор Смэш потратили. А, и вот еще одна сеточка. Отлично. От Чена просто. Ну, тут тролли не прощают. Тролли не прощают. Еще Кентавр здесь со станом. Ну, будет минус Тир-2 Тауэр. Тир-2 также забирают сейчас и Кита. Но у Киты сейчас не будет вардов. И не знаю, насколько больше у них получится дэмэджа. Как по мне, то вот эта шарашка будет посерьезнее. Но нет, мы видим, что делают ТП на базу сейчас Кранич компания. И аналогичное ТП делает у нас ребята из Кита. Просто расходятся в разные стороны. Что тут? Дестройер. А, Дестройер все-таки с форстафом. Да, вот я угадал. Я там так сильно разглагольствовал про родов Атос. Но первая версия с форстафом оказалась верной. Омник вообще настолько суров, что бегает чужие леса фармить. Сразу же от греха подальше на себя РПЛ кинул. И за хостой. Бежать. Когда же будет первая массовая драка? Ну, 23 минуты, счет 6-3. Чрезвычайно аккуратно играют, понимают всю ответственность. Хотя, по сути, для команды U-Boat ничего страшного не будет. Ну, выйдут они там со второго, хотя нет, второго, с третьего, или выйти сразу же в плей-офф, разница, конечно, существенная. Это на одну игру меньше, риска меньше. И победить они тоже хотят, я думаю, не меньше, чем их оппоненты из команды Epidemic. Ну, а эпидемикам надо побеждать в любом случае, если они не хотят попадать на Zetaf Bananas. Хотя, может, они уверены, что их победят. Кто его знает. Ой, Wall Eater. Неужели не найдут? Находят Патму. Патма лип, и как четко уходит с клифа. А цепануть больше нечем. Просто нечем цепануть. У Энигмы нету даггера. Даггер на кулдауне. Дестройер не в ту сторону. Тут тролли. Я думал, сейчас Кентавр вообще как-то жестко. Там стан какой-то по инвизу или еще что-нибудь. Квикс. 1700. Ну, даггер должен быть, судя по всему. Много денег у него скопилось. Это как бы КБ есть. Никаких метрилхаммеров не будет. Будет, скорее всего, даггер. Нужны эти неожиданные врывы. Нужно дизейблить того же Дестра. Ту же Энигму, например, цеплять. Тоже очень полезно может быть. Гарай бегает, хиляет по КД. Тоже с форстафом Омник. Всем форстаф, пачаны. Тут уже пайп есть. Оу, пайп у Дарксира. Неприятно. Говорят, что Патма победит. Я бы, конечно, не был столь уверен, что Патма победит. Хотя по деньгам у нее очень все классно. Посмотрим, что у нее вообще по деньгам сколько нафармил. 12 тысяч нафармил Wall Eater. Топ-фармер Тюликс. 7... А нет, не Тюликс, Кранич. 9200. Ну, все равно, там 3000 почти разницы, 2800, очень неплохо. Кранич сейчас умрет, кстати. Да, Кранич умирает здесь, вряд ли его уже что-то здесь спасет. Просто 4 пацана на него выбегают. И давай бедную даму Виндранера. А Кранич не сдается. Просто пацан стальные яйца. До последнего борется. Тянет, старается время вытащить. И вышка с тремя сотнями хп, ладно, почти 4. Она сейчас будет умирать. Однозначно будет умирать. Да, минус Тауэр. Стенка. Хорошо стянул Дарксир.
Тюлекс, поймали Тюлекса, Раста, БКБ, Тайтхантер ждет, когда проходит БКБ. Ой, Тюлекс сам себе спрятал. Вот это, кстати, такая гениальная комбинация. Астрал и ТП на базу от Чена. Ну просто, вот, муа, персик. На тебя кидают ТП Чен. Ты видишь, что тебе сейчас будет просто такая вафля, потому что команда противника видит на тебе этот баф и сразу же хотят тебя забрать как можно быстрее. Ты просто кидаешь себя в астрал и все. И ты уже появляешься на базе. Ну это членикс оф просто. Чен у нас самый вообще бага-юзер, который только можно придумать. Ну хотя тут, наверное, можно к дестройеру отнести это слово. Shadow Shaman, наконец-то появился Blink Dagger у него. Ну где же драки? 6-4. Да ладно, ну не может быть такого, чтоб за 26 минут настолько 10 фрагов. Что это вообще за беспредел? Еще и Рошана забирали. То есть на Рошане вообще спокойно отдают этого каменного пацана. Что за фигня происходит в наших лесах? Что-то явно пошло не так. Так, вижу, полетела там стрела. Стрела мимо Кранича. Хотя не знаю, на что рассчитывала Патма, если честно. С такими раскладами. Но что-то тут есть. Так, урна теней. Хорошо. Квикс. Готов уже, кстати, Квикс урываться. Даггер, там 5 секунд кулдауна. И Тайтхантеру нужно... Точнее, не Тайтхантеру. Тайтхантеру им пофиг. У него Кракен Шилл, с него слетит, он нажмет красную кнопку, все будет хорошо. Энигме нужно быть очень осторожной. Так, стрела опять в никого. В пустоту, скажем так. Уолл-Итер уже под репеллом. Репелл левел 4, я так понимаю. Да, репелл левел 4. Диген аура только первого уровня. Квикс по-прежнему готов с хайграунда прыгать просто в пропасть. Опа, решили поменять цели. Тюлекс, неужели Тюлекс умрет так дешево? Нет, не отдадут его просто. Кранич тут уже рядышком выталкивает Тюлекса. Энигма, Блэкол ловит двоих. Стяжка должна быть. Какой ульт хороший от Дестройера. Патма почти погибла. Но борды от Расты. Ревейдж тоже все очень фигово. Виномансер ультует. Все красные практически у команды. Эпидемик уходит, Кейта убивают одного Тайтхантера пока что, но все красные. Ну не то чтобы все, Дестер тут рядышком вроде находится, Миказмы подлечился, но красный была очень Энигма, и Кранич тоже был очень коцанный. Кажется, сейчас могут отдать Тир-2 Тауэр просто в миде сейчас. Нет, уходит команда Кейта, тут Чен с Кентавром, ну Чен с Кентавром это ж надо отойти. Действительно, куда уж тут... Так, сентрей там никаких нету, гемов, еще чего-нибудь. Чена Ганим собирает очень грамотно. У Чена Пайп, Базила. Чен тоже неплохо фармил на протяжении встречи. Энигма. Ой, а у Энигмы БКБ. А, слушайте, Энигма-то с БКБ может тут дело натворить. Тут сбивать нечем. Омник решает. Да Омник всегда решает. Омника тоже своеобразная красная кнопка имеется. В самый ответственный момент, когда противник потратил практически весь прокаст и магических заклинаний не осталось. Ну, там Тайтхантер есть, конечно. Хотя там какой? А, нет, тут Пузикал, да. Когда вот просто ты врубаешь ульт, и все. И команда живет, ничего не может сделать ей враг. Purification. Да, реген еще 25 хп в секунду. Сейчас Тайт заберет... Да, хасту. Вардов на нижней руне нету, впрочем, как и на верхней. Хотя варды тут уже скоро заканчиваются, я так понимаю. Да, вот этот еще простоит минутку. А вот этот уже пора менять. Магические заклинания не осталось, только физические заклинания. Ну да, только хардкор. Кранич. О, у Кранича уже хекс практически есть. Приятно, приятно будет... На что посмотреть? Будет посмотреть, интересно, на Омника, который в хиксе ведь ничем не сможет помочь своей команде. Да, опять капитаном. Но все же. Можно будет выиграть буквально несколько драгоценных секунд для того, чтобы забрить там, одного или второго пацана лишнего. Нет, Рошанчика еще пока нет. До сих пор есть Аегис у Уолл-Итера. И у Уолл-Итера есть еще 5000 голды. Тоже, к слову, я вам так скажу.
А народу на стриме все больше и больше. Люди, спать идите, поздно уже. Куда вы? Зачем вы смотрите эту игру? Так, что тут? Патма, патма. Да, с этими 5000. Что там будет дальше? Ну что, монта одним кликом, потом в скором будущем, я так понимаю. Да, наверное. Смоук, побежали. Ну вот, наконец-то какой-то экшен. Пора уже, наверное, подраться знатненько. Ну кого? А, его лидер уходит. Слушайте, такой жук шарит, оказывается, а? И в лесу ведь никого не найдут. Ну, в лесу могут найти Дарксира, который зафармил как раз последний спот и сейчас будет отсюда уходить, скорее всего. Ну или Квикса. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда надо пройти. Сюда, пацаны. Нет, нет, нет. Не хотят туда идти, жуки. Эдакие. Я, кстати, не знаю вообще, чего ждут, если честно. Вроде бы никаких шестислотовых фармел нету, за исключением дестроера. А, вот чего ждут. Хексу дестроера. Вот. Два хекса в команде Эпидемик. Вот с двумя хексами Омник точно ничего не сделает. Ульт он точно не заюзает. Это я вам могу сказать 100%, если, конечно, Эпидемик считает его своим врагом номер один. А в основном команды именно Омника и стараются дизейблить. Например, если есть в команде какой-то Doom, то у него цель number one, либо Омник, либо Дарксир. Ну вот тут и тот присутствует. Не знаю, как по мне, так лучше Омника задизейблить. У Дарксира Аганима сейчас нету. Особо не страшный. Так, что у нас? Что-то я хотел сделать. А, вот, все. Готово. Надеюсь, тут никакого смока не будет мега жесткого. И диффузов нету. Диффуза тоже бы были к месту, я думаю. Но диффуза тут, кроме кранича, собирать особо вроде некому. Ну, это такое, это скорее роскошь, чем необходимость. Готовы уже заходить с фланга. Слушайте, тут может быть такой жесткий маневр сейчас от Кейта Гейминг. Сейчас буду кричать, поэтому убавьте немного наушники. Квикс. Опа, пошел ульт по тны. Должны были слышать. Пошла сразу же просветочка. Ловят троих. Энигма. Отличный блэкхол есть. Рэвэдж. Какой потрясающий ульт от дестроера. Минус два. Сразу же делают. Пошел старфол от тны. Уолитер уходит на лоу хп. Раста тоже уходит. Никва сваливает. И кранич, кранич, кранич. Давай. Пауэршотик. Нет, не будет никакого пауэршотика. Фуловые. Просто фуловые. Эпидемик заходит на хайграунд. Есть хекс. Никва проседает. Один удар. Минус Никва. Да что ж такое-то? Крип еще прикрывает Энигму от стрелы. Яцек просто от таура умер. Просто от таура, друзья. И иллюзии его еще побили. Гем забирает Энигма. Ну, можно таур забирать. Можно забирать таур. Нет. Виндранер падает. Да, Виндранер тоже падает. Слушайте, а ведь иллюзии оказались не такими простыми, как казалось с первого взгляда. Ой, да ладно! Вот это провал от команды Эпидемик. Ну так четко зашли. Минус 2 сделали. Фактически минус 3. Потом одна стенка Дарксира и все. Тауэр и иллюзии не простили. Такой провал. Да, Дарксир убил Виндранер. Мирана забрала Энигму. Все понятно. Иллюзии делают минус 3. Ну, вроде бы 80% урона наносит. Аганима нету. Это не какие-то 130. Точнее, 140 или 130% там дэмэджа. Точно не помню. Ну, короче, дофига очень. Вот в чем прикол. Так, ну, видимо, у Кита какие-то проблемы, что они просят не продолжать игру. Что у нас тут? Пока идет кучка денег. Кому она будет доставаться, без разницы. Может быть, Кранчу, может быть, Энигме. Не имеет особо смысла. Так. А тут, кстати, очень... Почему-то они любят этих шведов. То, что они мощнеры. И так далее. Типа техлус намашнили. Ну, что намашнили? Комплексити просто не явились на игру. Говорят, у нас нету этой игры игры в расписании. Ну, окей, раз у вас ее нету.
Как там? Яоминь фейс. Стрела, но стрела не попадает. Тюликс уходит. Оф, фак уходит. Все уходят. Да, не успевает туда. Хотя чем тут успевать? Пррр. Стрелы нету, ничего нету. Разве что МКБ прокнуло. Кстати, да, МКБ ведь есть. Совсем про него забыл. Ну все, вот идет вниз у нас сейчас Тюликс. Дофармливать себе, не знаю на что, на Шиву, например. Да, может быть, Шива и будет. Но интеллект нужен, очень нужен. Там по инте вот сейчас 135 интеллекта у Дестройера, 54. Тут у нас, ну сколько, 80 получается. Ну как-то так, да, 80 интеллекта, разница. Ну 800 дэмэджа по потме. Из ее 1200 хп, 800 дэмэджа — это много, друзья. И то, что она собирает себе баттерфляй, я не знаю, насколько это правильно, потому что... да, Дестройер может и промахнется пару плюшек. Хотя, ну как, 30% или 35% там даже сейчас миссов у баттерфляя, да, 35% эвейжена. Может быть, имеет смысл против Дестра такую тему собрать, ведь это же не какой-то там мэджик. Если потом еще появится... Хотя, вот, хотел сказать про манту, что-то я уже действительно начинаю потихонечку засыпать. Если Патма сейчас соберет манту, урона будет очень много. Если она сейчас соберет какой-то дезолятор, ну это будет просто катастрофа. Тут будет 300 урона с минус 6 армора. И все. 7 плюс 2, тут 7 плюс 2. Так что опять смоук будет. По идее должен сейчас завязать смоук или так. Нормально, пацаны просто пошли пешком воевать. БКБ, говорят, соберет... У нее омники, зачем ей БКБ? Ни у кого диффузов нету. Вы чего? Зачем БКБ, когда есть Омни-Найт? Если нет диффузов, то можно ничего не бояться. Кто победит, Потом или Дестройер? Главный вопрос пока что сегодняшней этой встречи, решающей встречи для группы А, напоминаю, для... новых зрителей, а таковые у нас имеются. Два смоука, встречные смоуки, и сейчас будет у нас стычка. Вот сейчас Банзай и Тайтхантер очень близко находятся, и нет, не пропадает. Вот, пропадает сейчас Макевич. Стрела, ныряет, ловят Дестройера, Тюликс может умереть сейчас, Раста не успел, никак не может прыгнуть, здесь Энигма, есть Ревейдж и Блэкхол, хорошо, с хайграунда, но варды забирают. Энигма умирает, и лоу хпшные. Тайтхантер тоже здесь умрет. Патма не прощает, друзья. Просто Патма убивает. Вот и все. Ну, правильно выбрали цель. Выбрали цель очень грамотно. Дестройер, у которого нету БКБ, который беспомощен. Которому действительно без БКБ сейчас будет очень-очень тяжело. Опа, Шекл. Немного неудачный. Тюликс. Да ладно, просто в рукопашную распаковал Шедоу Шемана. Тут же Энигма. Ну, как вообще проседает? Посмотрите, здесь Дестройер. Ну, Уолл-Итер тут тоже под фокус-файром немного потерял в здоровье. Уолл-Итер. Забьют ли Аегис? Есть репел. Еще одну плюшку есть. Сбивает Аегис Иммортал. Наконец-то он теряется. Ну, тут уже скоро Рошанчик, что ли? Наверное. Так, есть. Еще Шеклшот. Еще один станчик. Где проклятие вообще под ноги? Куда вообще все это делать? Тюликс начинает тут подрезать. Прячет Омника. Уже здесь Тайтхантер. Эрроу. Эрроу опять в Тюликс. Да все, просто ловит Тюликс. Форстав должен быть сейчас на куда-нибудь на ХГ или просто на базу, да, уходит. Дестройер. Ой, Тайтхантер со своими 1500 хп так умирает. Ну что ж ты будешь делать против этой Патмы, у которой уже 3800 голды? А, говорят, минуты 3 назад убили. Тьфу ты, ё-моё. Да, не обращайте внимания, я сплю уже. Так что не этот... Не обращайте внимания. Уолл-Итер. 4500. Что, рапиру? Даешь рапиру, пацан? Рапиру Дестройеру, например, потом отдать. Вообще будет отлично. Спокойной ночи мне пожелали. Спасибочки вам всем. Так, слушай, кто-то там нарезает. А, это как раз-таки Дестройер является. Ты сядешь или не являешься собой? Как-то там так было.
нужно очень просто провернуть хорошую комбо-связку. Энигма должна просто стянуть двоих-троих парней в Black Hole. И за это время задача Туликса хорошо нарезать, хорошо дать ульт. Если убьют хотя бы двоих, будет вообще отлично. Кто будет комментить Asus? Конечно, мы с Вилатом будем комментить Asus. Он ведь проходит на платформе StarLadder TV. И Asus будем комментить именно мы с Вилатом. Кстати, напоминаю вам про фасткапы, которые у нас проходят. Участвуйте в них, набивайте себе очки рейтинга и получайте там статусы семи-про, там аматоры и так далее. Прямая дорога в про-дивизионы, в семи-про-дивизионы лежит именно через все эти фасткапчики. Участвуйте, участвуйте, друзья. Бот-мужик, естественно. Там тигр-мужик. Конечно, тут не видно сбоку. Но я думаю, там балабас висеть должен. Или это... Ну, женщина на женщине-коте, это не очень. Так, что у нас тут? Пайпа. Аганим, кстати. Кстати, вот я этот запак у Чена видел еще 100 лет назад. Или там уже Аганим готовый лежит, курица? Нет, не лежит. Я еще когда-то давно говорил, что Чен, красавчик, так нафармил много, все дела, ага, окей. Галдишка на топе идет, галдишка Тюликсу, Тюликсу галдишка нужно. Нужно ему БКБ, срочно нужно. Дабл дэмэдж, вот этого не хватало по тьме. А, это будет Скади, друзья, судя по всему, судя по наличию Ultimate Арба, судя по тому, что еще 1900... А нет, Скади... Да не, вряд ли Скади будет. Я думаю, мотостайл тут будет пожестче. Но Скади это такой... Нет, Скади! Просто собрала Скади по тьма. Вот так вот решила сделать. Хотя, как по мне, манта будет покруче. Ну, может, просто Уолл-Итеру лень в столь поздний час контролить иллюзий. Вот он и решил в одного героя все влить и спокойно себя чувствовать, чтобы потом не оправдываться, что «Та я там иллюзий где-то не доконтролил». Все дела. Так, Нагарая. Первая Некра. Пошли. Ну, Уолл-Итер пока тут бродит. Главное, чтобы не догулялся. 2200, кстати, у него. Вот он тоже понимает, что если сейчас отдастся без байбека, будет неприятно его команде, и они могут потерять сторону. Диффузава, Виндранер. Вот они. Вот он, артефакт моей мечты. Наконец-то. Насобирали себе на диффуза парни из Epidemic. Где они здесь? Вот они здесь. Ну, сейчас нужно быть очень осторожными им. Сейчас главное, чтобы никто из Эпидемик не отдался, если они хотят победить. В Мирке народ точно уже спит, я уже прям чувствую это. Тут опять заход в смоуке. Но боюсь, как бы этот очередной заход в смоуке не оказался фатальным. Так, тут ушли на хайграунд уже. Себе подальше. Что, готовится принимать? А, там под вардом находится у нас сейчас Уолл-Итер. А у него-то на байбек нету. Он, кажется, просек фишку. И сваливает на базу, да. Так, где тут Тайтхантер? У него какой-то дагер или что-нибудь есть? Нет, Тайтхантер вообще у нас тут голенький, абсолютно бегает. 1500 хп, он от потмы будет просто разлетаться в стороны, на куски. Стеноед победит. Да, я тоже думаю, что Стеногрыз должен победить в этой игре. Ну, судя по тому, что у него тут за артефакты, сколько у него тут 300 дэмэджа сейчас родных, и еще и слоу, от которого уйти будет очень сложно. Тем более, если под матом будет после какого-то липа догонять, то вообще без вариантов уйти от нее. Абсолютно никаких. Еще и дабл дэмэдж, вообще хорош. И сразу на базу такой бежать, бежать, бежать. И лип, хорош. Как про прям. А, он пошел крипов. Ну, тут не тут-то было. Тут уже пацаны более оперативно собрались. Какие крипы? Потма? Не слышал. Вы че? Так, мигают активно.
розовый причем. Но тут вард стоит, обсервер, поэтому видно, что здесь находятся эпидемики. И видим, что кита не особо хотят идти драться. Но они в курсе, что они в любом случае победят. И что... Что там, стрела поехала? Ну, больше как разведочная. И что вот этот уход в лейт им в любом случае на руку. В любом... Ну, Патма сейчас вот в этот слот вместо телепорта или вместо того же Мидаса собирает себе Монтастайл и все. И просто через атаку убивает всю команду противника. А тут еще и гем, я так понимаю, где-то есть. Есть? Да, есть у Виномансера гем. Там еще, помимо гема, вторые некра. Тут еще первые некра. И, слушайте, будет просто terrible damage. Вот, появился Рошан. Третий Рошан с сыром. Хочу выложить у него сыр. Пацан, выкинь сыр. Или Айгис выложи. Стрела. О, как в кране что попадает. Ну, конечно, никто не нырнет. Просто контролечка была, но все равно Кранич подстрял. Все просто. Бедный Рошан. Тут стоит мужик, никого не трогает. Вокруг него стрелы летают. О, мана у него регенится. А кто у него ману выжег? Что случилось? Так, пошли крипки. Вот крипков вперед. Отличная тема. Так, пошел репел. Что там у Волитера? 2200. Ну, на байбеке вроде у всех там должно быть. Ну, просто пацаны убежали. Хорош. Эпидемик надеется просто на оплошность со стороны противника, а противник в любом случае в лейте выигрывает. Вот такая вот неувязочка. И все равно не дождутся до БКБ у Дестройера. У него есть Огрклаб, конечно, это все очень классно. А даже в любом случае он сейчас себе покупает Митрилхаммер, который он не покупает, потому что на байбек не будет. И потом, что? Ему еще нужно нормальное количество бабок. Патма вот в соло Рошана забрила. Ну еще иногда ее подхиливают там. Ой, хиксанули! Сразу же Дарксир забирает Aegis of Immortal! Отличный Black Hole! Где же Дестройер-то, дружане? От Уликса Раста задержала! Ревейдж хорош! Ульта Дестройера по троим! Два сразу же в минусе! Патма выкупается! Да, опа, Дарксир. А у Дарксира ведь был Aegis of Immortal. Сейчас главное не отпустить здесь Расту. Раста уходит. Ну просто... О-о-о, 570 урона под Дестру залетело. Эрроу! Неужели умрет Уликс? Улетает на базу Дестер на лоу хп. Тут троих поймали. Все, минус 3 сейчас здесь будет. Да, Патма зацепила Энигму, а за Кранчем выехали. Ну Кранч тут скорее всего уйдет. Да, у него форстав. Там еще диффуза есть, если что. Но Энигма погибает. Чен погиб. Опять отличное начало, но потом был просто у нас байбек, был просто Aegis of Immortal. И два фрага ушли в никуда. Ну, Дестер без БКБ очень плотно терпит. Хотя подрались хорошо. Но опять же, не очень вовремя. Хотя может быть и очень вовремя. Да, Патмак с сыром. Патма с сыром. Переложила Патма себе сейчас артефакты. Более удобно. Ну, дождаться 20 секунд. Я думаю, за эти 20 секунд вряд ли что-то произойдет. Катастрофическое. Хотя у Энигмы Блэкхола нету. А, сейчас просто пауэршотами отстреляться. Крипов поубивать. Да, вот сейчас глиф артификации. Ну, опять же, Патма очень страшная. С этими 300 урона. Страшно ее подпускать к вышку. К вышке. Тьфу ты. Есть диффуза у Кранича. Если что, вот этот репел, он до одного места. Эру. Поймал Яцек. Что, Уолитер будет просто наглую заходить? Иди сюда, родной мой Яцек! Энигма опять здесь! БКБ, проклятие! Уолитер как просел, еле успевает включить сыр. Но-хо-хо! Как хелсбары-то ушли! Если вы успели обратить на это внимание, друзья. Вот, вот эти вот зеленые полосочки в один момент стали черными. Практически полностью. И это ГГ. Юбоут побеждают. Ну, они же Кита Гейминг. Новоиспеченный Кита Гейминг. Они с 9 очками завершают третий групповой этап. So what you can. С 6 очками завершают третий групповой этап. Эпидемик с 3. Да, первый Юбоут. Второе русская команда So what you can. Третий Эпидемик. Именно так.
В результате So What You Can попадает на Zed Nation в стыковочных матчах. Будут бороться за выход в плей-офф. Бороться за слоты будут. Да, именно так. А Epidemic попадают на The Tough Bananas. Вот так, друзья. Все, можете разбегаться. У нас было больше 2000 в столь поздний час. Хочу всем выразить огромнейшую благодарность. Понятно, будут пытаться делать камбэк. И у них это получится с одной стороны. Они сейчас отгонят, но дальше никакого успеха, я думаю, их не ожидает. Сейчас просто Патма добреет барак на пофиг. Вот просто на пофиг. Гем там, кстати, лежит еще. Раз, два, три. Все, мега-крипы. От такого уже не спасаются. Приедут ли Даррены на буткемп перед финалом? Да, Даррены будут на буткемпе, Нави будут на буткемпе. Мы с ними общались со всеми, и они уже там все готовы. Moscow Five уточняли у меня сегодня, когда все-таки начинается турнир, на когда брать билеты. Может быть, тоже какой-то типа буткемп устроить. Ну, что-то в этом духе. Поздравляем все команды. Завершился наконец-то у нас решающий последний групповой этап. А я тогда посмотрю, что у нас тут в таблице. Там ультракилл Wall Eater. Просто ультракилл. Да, ТТБ будут играть против... Блин, против кого они будут играть? Что-то я вообще уже забыл. Нет, не забыл я нифига, это я фигнёй просто страдаю. Да, против эпидемиков, конечно же. Я просто из головы вылетело. Боялся сказать что-то не то. Так, а в полуфиналах у нас уже оказываются U-Boat и Absolute Legends. Оппонент для них определится 21-го определится оппонент. 21-го все будут сыграны матчи. В субботу у нас финалы про-серии, которые я комментировать не буду, потому что, опять же, у меня мероприятие. Еще раз всем спасибо за внимание. Хочу пожелать всем вам самого наилучшего всего, самого доброго, хорошего. И хочу сказать, что с вами был Каспер. До скорых встреч по ту сторону сетевого кабеля.